Углубленным изучением творчества Пушкина Елена Калюжная занимается давно. Сегодня поклонники великого поэта вспоминали о том, каким ловким наездником был он. Как любил прогулки верхом в любое время года и много путешествовал в экипажах. Как наслаждение от верховой езды воспето им в стихах. Крылатый конь Пегас – общеизвестный символ поэтического творчества. Потому-то и собираются здесь на литературный пленэр в основном сочинские писатели и поэты. Мы обычно собираемся, приносим цветы, приносим свои посвящения поэтические и говорим о творчестве Пушкина. Читаем. Сегодня должны были дети, но у них экзамен, и не смогли преподаватели.